Привет, господа! Сегодня мы с вами делаем помидоры вяленые. Я не стал сегодня показывать, как я их мою. Хочу сделать их с вами по-быстрому. Помидорчики, вот у нас сушилка есть, я ее потом вам покажу. Это от нее лоточки. Режем помидорки и сразу же их укладываем. Ножик чуть притупился уже. Ножик неплохо поточить перед тем, как. Режем на 4 части, в крайнем случае на 6. Помидоры лучше всего брать. Знаете, есть такой момент. Есть такой момент в помидорах, когда они становятся самые дешевые. Вот я брал их по 25 рублей, вот эти помидоры. Наступает момент, и вот они самые дешевые, да? И в этот же момент они самые хорошие. Потому что выспевает как раз вот эта вот зверская самая доза. Массовый сбор помидоров происходит. Их привозят, их надо быстро продать, пока они не протухли. И в этот момент мы их покупаем. И в этот же момент они самые сладкие. Потом они немножко стоят в этой цене. Ну вот видите, черненькая все равно попадается. Но они у меня 4 дня еще пролежали. Я их не прямо сейчас покупал. Ну вот. И в этот же момент они наиболее сладкие. Конечно, помидорки лучше всего делать, когда они сладкие, тогда они вкусные. Какой сорт? Ну, если у вас есть халява, то годится тот, который халява, да? А если вы покупаете за деньги, то самые дешевые у нас традиционно вот эти сливки. Ну, и это хороший помидор, в нем мало воды. Если его вовремя купили, конечно. Вот. И его и делаем. Не мудрим. Не мудрим. Я раньше резал перпендикулярно. То есть кружочками. И я вам скажу, это не очень хорошо. Вот так вот резать лучше. Так они меньше вытекают. И как бы... И вкуснее получается. Шкурка более толстая, они завяливаются такие вот. Ко мне сегодня сосед заходил, говорит, похоже на курагу. Но, говорит, вкус другой. Ну, еще бы он был такой же. Вот. Укладываем один лоточек. Потом покажу, что еще делаем. И потом покажу то, что еще... То, что уже сделалось. Обрезаем как бы все сомнительные места, обрезаем с запасом. Не надо экономить. Значит, почему некоторые меня упрекают за то, что видео очень длинные, да? Я сразу же хочу этим людям ответить, что проблема, у коротких видео тоже есть проблема. Как бы. Проблема вот в чем. Люди не видят подлинную трудоемкость. Вот надо даже было помывку показать, по идее-то, да? А мытье помидор... То есть для этого нужно помыть раковину, помыть или взять чистую губку, абсолютно чистую. Вот так укладываем, потому что нам не нужно, чтобы соль. То есть укладываем очень плотно. И в процессе сушки они будут
как это сказать, усаживаться, да, усыхать, и места свободного будет дофига. Сейчас еще помидорчик изрезу. Любые сомнительные места сразу срезаем. Не нужно нам это. Нам это не надо. Вот. Потом берем соль. Я немножко ее разбил. И вот так вот. Как обычно, солим для того, чтобы помидорку съесть. Помидоры. Вот в этом году мне повезло. Я успел купить сладкие. Так, это я уношу в сушку. И сейчас принесу из сушки, вам покажу, что там получается. Вот я принес из сушки. Видите, тут вот эта вот крышечка сверху, да? И вот так вот помидоры вялятся. Это вот это вот, это ссыпано. Это ссыпано с двух лотков. И они вот такие вот уже. Что мы делаем после того, как? После того, как мы берем и укладываем их. Ну вот, допустим, вот в такую баночку. Это, кстати, очень удобная доза, чтобы некоторые граждане не обжирались. А какой спелости мы туда укладываем? В зависимости от того, что любите. Некоторые любят совсем, чтобы были недовяленные слегка, да? А некоторые любят, чтобы были как сухари. И что вы туда напихиваете, это совершенно ваш вкус. Не надо, как говорится, идти на поводу у некоторых поваров, которые говорят, что надо делать так и никак иначе. Это, ребята, все брехня. Всегда идите за своим вкусом. Ну, конечно, это делается все чистыми руками. У меня руки идеально чистые, потому что я только что мыл ими помидоры. Перед этим я мыл раковину. В общем, они как бы... Можно ими накладывать уже готовый продукт без перчаток. Ну и тем более, что это для себя. Для себя любимого. Ну, ужариваются они сильно. Те люди, которые продают готовый продукт, они как бы, в принципе, правы по цене, да? Но... Я за пол-литровую банку 700 рублей отдать, конечно, не могу. Потому что 10 килограмм помидор, да, обходятся 250 рублей. Ну, плюс электричество, плюс туда-сюда. В общем, приличное количество банок обойдется в общей сложности там рублей 400. А, еще же масло. Масло очень сильно расходуется. Но оно как бы не в счет в данном случае. Вот мы наложили вот так вот баночку. Сейчас я возьму какую-нибудь специю. Специи можно класть те, которые вам нравятся. Например, базилик. Он у меня просто первый мне попался. Базилик, орегано. Очень интересная... Специя, знаете, какая? Блин, забыл, как она называется. Я тут ее ищу. Эстрагон можно класть, розмарин. Все, все, что хотите. Мускат. А, чиман. Очень интересная специя, чиман. Она дает запах такой, как будто бы...
как будто бы мясо. Специи тупо кладем сверху. Так особо не экономя. Крышки перепутал. Так, вот это отсюда, предположительно. Но это не суть важно. Заливаем любым подсолнечным маслом. Если вы хотите, чтобы вкус у вас был более итальянский, да, то добавляете оливковое масло. Оливковое масло и тоже и ореганчика. Так, крышку я сейчас не могу найти, потому что у меня штатив здесь стоит. Но вы поняли, и крышечкой накрываем. Все, больше ничего. Как видите, процесс очень простой. Сейчас я опять возьму, может быть, утрамбую оставшиеся помидорки. Ну или уже, или досохнут. Вот это вот, видите, они менее досохшие. Как бы, их все время приходится так немножко трамбовать с лотка на лоток. Лотки освобождаются и по новой режем. Ну, надеюсь, что вы все поняли. На этом все. Пока. Смотрите другие наши видео. Не забудьте подписаться, в общем, и лайкнуть. Лайки очень важно. Все, пока, ребята. Комментируйте, даже если бред. Пока. Забыл еще одну важную вещь вам сказать. Пока я вот нагребал еще одну баночку. Сколько класть специй, кстати, роли не играет. Они там как бы не сильно все равно отдают. Это же масло. Если бы оно кипело, оно бы отдавало сильнее. Ну вот. Еще важная вещь, которую не сказал вам. А надо обязательно. Вот сушку придется купить. Причем у меня сушка какая-то купленная вообще от балды. Какая-то белорусская. Ну, не удивлюсь, если в ней стоят китайские моторчики и китайские тены. Ну, спиральки нагревательные. Но работает нормально. И у меня есть основания предполагать, что они все нормально работают. Ну и как бы сушка отбивается очень быстро. Практически, если она у вас... Покупайте ее осенью, ну, ближе к осени. Чтоб она, если сгорит, успели по гарантии ее куда-нибудь сдать. Вот. И как бы сушку придется купить. Сколько сейчас стоит, не знаю, наверное, 1005 рублей. Ну так, грубо говоря, в районе от 50 до 100 долларов. На этом уже точно пока. Еще раз к вам загляну, чтобы сказать вам до свидания. И смотрите другие наши видео. Подписались? Не забыли? Пока. Забыл еще одну важную вещь сказать вам. Сколько сушить? И я об этом не упомянул, да? Но не упомянул не потому, что не хотел вас это, что-нибудь, да? А просто у каждого разная сушка, понимаете? Вы постепенно приспособитесь. К вашей сушке вы приспособитесь, это совершенно точно. У меня получается сушить где-то около суток. Некоторые сушат примерно за 12 часов, там, на полную мощность и так далее. Я предпочитаю сушить не на полную дурь. Знаете почему? Ну, не хочется шпарить высокой температурой мои овощи. Да, которые я же и буду есть. Поэтому где-то рассчитывайте от 12 до 2, от 12 часов до 2 суток. Вот. И сушка выглядит вот так вот, только она повыше. Ну, вот таких 5 лотков и небольшой поддон. То есть там нечего показывать, это просто белый пластик. Никак он не выглядит. Но по запросу сушка, вы всегда, сушка для овощей, вы всегда найдете то, что вам надо. Ну, увы, купить придется. На этом уже точно все. И уже точно пока показываться не буду. Все.